Вот эта работа выполнена дошкольником. Конечно же, здесь много усилий приложили родители, причем видно, что здесь работала как мама, наверное, как художник-декоратор, и папа, как, видите, это с подсветкой, вот такой замечательный снеговик по правилам дорожного движения, там пешеход, дорожный знак, автомобиль. Эта работа ребенка из детского сада номер 150 победила в конкурсе новогодних игрушек по правилам дорожного движения. Детям ставили единственные условия. Правильно их отразить. И все справились даже слишком хорошо, говорят сотрудники госавтоинспекции. Работа жюри была очень кропотливой и сложной. И первые места, там призовые места, заняли сразу много работ. По положению вообще было, что мы имеем на это право, но мы не думали, что получится у нас там вплоть до 10 первых мест. Там, то есть большое количество работ мы отметили призовыми местами. В этом году по количеству присланных работ, 528, конкурс побил все рекорды. Больше половины, примерно 300 работ, дело рук совсем юных. Елочные шары, мягкие игрушки, картины. Фантазию ребята проявили нетривиальную. Теперь эти украшения можно увидеть в здании ГИБДД, как на мини-выставке при входе, так и на большой елке. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».